артиста не было ни весточки, ни песенки. Оказалось, что все это время он проводил со своей верной скрипкой, совершенствуя мастерство владения инструментом. Встречайте, яркий пример тому, что нет предела совершенству. Александр Рыбак и Зена! Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась ты, мой котик, 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 котик. Был независим, а сейчас так скучно без тебя. Ты сердце разрываешь, с моей душой играешь. И я не против, пусть смеются люди надо мной. Но стоит только мне уснуть, мой зайчик, зайчик, зайчик. Ты тут как тут, и вырастают крылья за спиной. И над землей летая, я об одном мечтаю. А может, может быть сможем мы разорвать оковы сна, и вместе будем навсегда. И может, любовь поможет в реальность превратить волшебный сон, которым только мы вдвоем. Спать, мой котик, 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 чтоб на короткий миг побыть с собой наедине. Кручусь, усну, пытаюсь, но тут же просыпаюсь. И пусть твердят, что мы не будем вместе никогда, что так бывает лишь во сне, мой зайчик, зайчик, зайчик. Но для тебя я сдвину горы, осушу моря. Одно я точно знаю, лишь о тебе мечтаю. Однажды утром не успел открыть глаза, а ты стоишь передо мной, мой котик, котик, котик. С тех пор твою ладонь не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря мечтаю. А может, может быть сможем мы разорвать оковы сна, и вместе будем навсегда. И может, любовь поможет в реальность превратить волшебный сон, в котором только мы вдвоем. Может, может, сможем мы разорвать оковы сна, и вместе будем навсегда. И может, любовь поможет в реальность превратить волшебный сон тому, кто по уши влюблен. Достойно еще раз стать победителем Евровидения. Мне кажется, по мимимишности вы сейчас даже переплюнули нашего Данечку Данилевского. Просто котятки. Ну, Александр, расскажи об ощущениях. Ты все-таки большая звезда, Евровидение, серьезный конкурс. Вот ты видишь в Зене потенциала? На 100%. И это не первый раз я слышу песню мою в исполнении девушки. Но первый раз слышу, как вот эти интервалы, как все правильно попадает и еще с душой. И еще один момент. Эта песня, можно сказать, она не очень серьезная. И я слышал много-много версий «Котика», где люди слишком серьезно подходили. И
получилась как-то какофония и порнография даже, можно сказать. А Зиночка наша подошла с юмором и с сердцем, да еще и с великим голосом, да еще и с танцами. Молодец! На самом деле я знаю, почему вы спелись, просто Зена твоя землячка, она тоже из Белоруссии, так что вы земляки, вот, видимо, поэтому вам так было и комфортно вместе. Спасибо, Александр Рыбак и Зена!